Всем приветик. Данное музыкальное видео начнется с того, что я хотел бы вам показать картину меня. Так получилось, что в последнее время некоторые женщины зачастили меня рисовать, да? И вот у меня здесь целых два моих портрета, или это не портреты, не шарю. Но вот здесь их два, один видно четко, вот эта картина, ее нарисовала замечательная художница Анна Паламарчук, если быть правильным. Это девочка, которая нам делает дизайн, кстати, и плакаты на квартирнике. Вот. И она мне нарисовала на сентябрьском квартирнике, и в мой день рождения, 25 сентября, она мне эту картину подарила. Вот. Это как раз-таки я сижу в кафе, мы тогда украли стул фортепианный из первого зала. Вот. Но вообще квартирник был самый ужасный, да. И тут по моему лицу, в принципе, это видно. Да, а здесь есть еще одна картинка меня. Вот. Она такая более карикатурная, но тоже очень красивая. Мне кажется, что я очень похож на ней, вот, и здорово это все выглядит. В общем, конечно, радуюсь я, да, когда получаю такие подарки от девочек. Меня это творчески вдохновляет на создание каких-то вот музыкальных идей творческих, одну из которых мы сейчас воплотим. Это будет песня Валентина Стрыкова «Ты не такая», которую я узнал 3 дня назад. Я не слышал эту песню вообще. Мой брат, 17-летний, играл ее в комнате своей. Я такой, блин, классная песня. Я такой, захожу, что за песня? Он такой, ты не такая, Валентин Стрыкова. Я такой, о, блин. Начинаю слушать и понимаю то, что песня очень вайбовая и жизненная. И понимаю то, что хочу на нее записать видео. Вот. Собственно, вот такой расклад. И да. Сейчас мы ее попробуем исполнить. Для этого нужно будет включиться в звук. У нас тут все подготовлено, но пару кнопочек все-таки нужно нажать. Фух. Такс. Все. Это рыжий. Рыжему не нравится. Нет, он решил отказаться от этой идеи, да, во благо питания своего. Если будут звуки корма на фоне, не обессудьте. Мы познакомились с тобой на дискотеке вроде. Я приобнял тебя рукой, и ты была не против. Я пригласил тебя к себе, совсем тебя не зная. И мы поехали ко мне на скоростном трамвае. Ты не такая, ты не такая, как все, особенно. И с красотою в душе, хоть я спокоен, но кажется мне, что я недостоин женщин вроде тебя. Когда мы прибыли домой, уселся на диван я и слушал час несвязный твой поток сознания. Вот мы разделись и легли, ты у стены, я с краю. Но ты сказала мне прости, я не такая. Ты не такая, ты не такая, как все, особенная. И с красотою в душе, хоть я спокоен, но кажется мне, что я недостоин женщин вроде тебя. Ты не такая, ты не такая.
Вы видели эту концовку, а, ребята? Да, очень классная песня. Очень такая комичная, но в то же время жизненная. Понятно, что Стрыкало и начинал как такой рафлянский персонаж комедийного типа, да? Но если бы он был только таким, не знали бы мы Валентина Стрыкало. Ну вот, а на очереди у нас, собственно, последний кавер. Ой, последний кавер. Кавер на последний релиз Моргенштерна «Последняя любовь» в разработке. Сегодня сажусь монтировать. Может, если она тут тещит.